Кому доверить управление домом? Управляющей компании, ТСЖ, ТСН или ЖСК? Что входит в их обязанности? В чем их преимущества и недостатки? Смотрите программу «Совет моего дома» 1 ноября в 19:30. Гости в студии: Алексей Старостин, заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самары, и Виктор Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль».